Заканчивается традиционная зимняя серия поездок главы Березовского района по населенным пунктам муниципалитета. На этот раз представительная делегация, в которую вошли председатель районной думы Зульфия Аканева, глава городского поселения Березово Дмитрий Менщиков и руководители подразделения администрации Березовского района, посетили деревню Шайтанка и поселок Ванзитур. В Шайтанке прошла встреча с жителями, где обозначились основные проблемы деревни. Среди них стабильность электроснабжения, трудоустройство и медицинское обеспечение. Мы обратим внимание на все вопросы, которые сегодня поступили в ходе нашей встречи. Я хочу сказать, что пришли вот много народу, и те вопросы, которые были озвучены, мы их взяли на заметку и все в проработку. Конечно, их волнует работа на сегодняшний день вот фельдшера, это медикаменты, которые необходимы. Конечно, это вопросы первостепенные, на которые нужно обратить внимание. В Ванзитуре проблемы иного порядка. Так назрела необходимость строительства нового детского сада. Проект уже есть, необходимо определиться с местом для возведения. Возможно, и двухэтажного здания, которое может разместиться возле общеобразовательной школы. Представительная делегация побывала в общеобразовательном учреждении. Особое внимание привлек кабинет, где проводятся уроки труда. Изделия, изготовленные руками учащихся, впечатляют. Есть все необходимое оборудование, в том числе 3D-принтер. Для сельской школы явление примечательное. А вот на встрече с жителями обозначилась еще одна проблема. Вода в трубах централизованного водоснабжения не соответствует нормам. Все вопросы взяты под личный контроль главы Березовского района. Это, безусловно, и благоустройство территории. Сейчас задали вопрос по дальнейшему продолжению ремонта дорог. Вот, водоснабжение, вопрос тоже очень важный. Ну и такие насущные вопросы, которые задают граждане часто, те, что необходимы для жизнедеятельности этого населенного пункта. Субботний день для очередной поездки был выбран не случайно. В Ванзитуре прошел очередной турнир по футболу на снегу. С приветственной речью к участникам обратился глава Березовского района Павел Артеев. Он же вручил и главный кубок соревнований. Победу одержала команда из Березова. Организаторы турнира надеются, что уже в следующем году его география расширится, а к мужчинам присоединятся и женщины. Это такая изюминка Березовского района. Я вообще не знаю, есть ли аналоги подобные вообще в округе у нас. Вот. Турнир проходит на самом деле в 2022 году. История уже как бы сейчас сложно вспомнить, почему именно в Ванзитуре выбрали. Но дело в том, что это даже меньше про спорт, это больше про праздник. Потому что это на самом деле праздник для всего поселка. И постоянно всегда солнце светит. Ну, прям, наверное, ванзитурская земля, не грешники. Вот. И тут весь поселок приходит, здесь шашлыки, чай, уха. То есть это, атмосфера такая радостная. Команда сегодня Игрим Березова Ванзитур, но вообще география турнира была широкой. Даже команды из Екатеринбурга были. Светлый был, Кеги были, Саранпауль был. То есть большой турнир. А вот в планах еще сделать здесь и женские игры. Следующие поездки главы муниципалитета по Березовскому району пройдут летом. Все они будут совершаться уже водным транспортом, а их график будет формироваться по мере необходимости. Валерий Белый, Роман Тягунов, АТВ Березово.